Когда я взяла в руки этого дельфиненка, то сразу такие чувства наполнились в душе, наполнили мою душу. То, что вот душа, она как будто бы слилась с дельфиненком, и ты как будто бы вместе с ним плывешь по этому сказочному морю. А качества у него такие очень дружелюбные. Как будто бы он... У него есть самые лучшие качества, и их хочется взять и тоже стараться дарить такие качества, которые есть у него. Он очень такой устремленный. Это видно во взоре. Он как будто бы куда-то устремляется ввысь. Взгляд очень у него глубокий такой. Он как будто бы рассказывает что-то. А в руки взяла, сразу почувствовала, что это очень сердечный друг. И сразу такие чувства, что это самый лучший герой. Очень он дружелюбный, добрый, устремляющийся ввысь. Хочется вместе с ним стремиться ввысь и познавать новое.